Другим темам. В столице вынесли приговор Гульмире Сатыбалды, экс-супруге известного бизнесмена Кайрата Сатыбалды. Суд Байконурского района Астаны назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы за самоуправство, создание и руководство преступной группы, а также похищение человека. Ущерб потерпевшим составил более 6 миллиардов тенге. Кроме того, суд внес представление президенту о лишении ее госнаграды ордена Хурмет.